Генеральний спонсор програми – торгова марка «Фуагра». «Фуагра» – вишуканий світ гусячих делікатесів. Уважаемые зрители, сегодня блюдо от шефа представляет Александр Маханенко, шеф-повар киевского ресторана «Роксолана». И мы вместе рады приветствовать вас в день Светлой Пасхи и от всей души поздравить с праздником Воскресения Христова. Добрый день. Напоминаю, что генеральный спонсор программы торговая марка «Фуагра» дарит нам с вами уникальную возможность брать уроки кулинарного мастерства у самых знаменитых шеф-поваров нашей страны. «Фуагра» – вышуканный свит гусячих деликатесов. Партнер программы – компания «Ян Йенсен Групп», поставщик высококачественных продуктов для ресторанного бизнеса, в частности, специй «Санта-Мария». «Санта-Мария, придай жизни вкус». А теперь я с нетерпением спрашиваю у Александра, что предлагаете приготовить в этот праздничный день. Вареники с фуа-гра. Вареники с фуа-гра – это замечательно, это что-то новенькое. В каком-то ресторане я слышала об этом, но вот такие вкусные, как в «Роксолане», пробовать не доводилось ни разу. Тем более это смесь украинского рецепта с французским продуктом. Интересно, что получится. Давайте перечислим ингредиенты, что нужно купить, собственно говоря, фуа-гра. Гусиная печень фуа-гра. Для теста потребуются яйца, мука. И немножко спирта, которое придаст эластичность. Вот-вот-вот, это чистый спирт. Специи для декора, базилик, тимьян и спагетти во фритюре жареные со специями. Для соуса сливки и белое вино шабли. И декорируем блюдо трехцветными соусами на основе паприки, базилика, кориандра и бальзамик черный. Прежде всего нужно будет сделать тесто. Ну, разумеется, тесто. Оно наверняка еще должно будет постоять для эластичности, да? Да, немножко должно постоять, да. Так что показывайте. Особенно мне интересно, в какой момент нужно наливать спирт. Просеянная мука высшего сорта. Да. Яйцо теплое, холодное? Холодное. Холодное, видите, да. Все нужно у шеф-повара спрашивать, яйцо. Потому что эти нюансы имеют большое значение, тем более, что мы готовим вареники с фуа-гра, а фуа-гра продукт все-таки не дешевый, и сама вот оболочка теста должно быть мягкая, но твердая, чтобы начинка не вытекла. Да, да, да. Поэтому будьте внимательны, уважаемые зрители. Немного добавляем воды. Это жидковатое тесто у вас, Александр. Да, немножко еще муки. Я вот держу спирт и, кстати, хочу спросить, можно ли его заменить водкой обыкновенной? Или... Нет, именно спирт. Именно спирт. Да, для этого понадобится. Вот достаньте спирт. Медицинский спирт и пусть стоит маленький пузыречек. В хозяйстве пригодится. Если будете готовить вареники с фуа-гра по рецепту Александра Маханенко, шеф-повара киевского ресторана «Роксолана». Скажите, Александр, как определить момент, когда нужно вливать спирт? Практически, когда тесто готово, в самом конце немножко добавляется. Ну, вот оно опять, мне кажется, жидковатым тесто. И так до бесконечности муки добавлять. Все-таки хотелось бы, чтобы вы показали зрителям вот правильную консистенцию. Сейчас сделаем. Добавим муки еще. Да. Такое тесто у вас получилось какое-то воздушное. Если бы сама не видела, подумала бы, что вы добавили или дрожжи, или соду, нет? Нет, это просто тесто хорошо вымесить. Надо. Просто его нужно хорошо вымесить и, наконец-то, добавить спирт. Да, то есть спирт добавляется в самом конце. Немножко, буквально 5-10 грамм. И опять тесто хорошо вымесить и немножко постоять должно в теплом месте. А в это время? В это время мы сделаем начинку из фуа-гра для вареников.
давайте сделаем начинку из фуагра для вареников. Скажите, Александр, а где вы взяли этот рецепт? Где-то пробовали, слышали, видели, читали, в интернете, в книжке, в журнале, где? Нет, просто делали как бы вареники из куриной печени и решили попробовать с фуагра. Ну, разумеется, с фуагра вкуснее, потому что это деликатесный продукт, который теперь есть в Украине. Гуси выращиваются на птицефабрике Снятинска-Нова в Ивано-Франковской области. Вот почему этот продукт отныне доступен всем практически, да. Во всяком случае, по праздникам. А мы готовим праздничное блюдо – вареники с фуагра. Будьте внимательны. Мы готовим одну порцию вареников. Это 8 штук. Для начинки идет… Да, потребуется около 100 грамм печени. Примерно 100 грамм фуагра. Примерно, да, 100 грамм свиной печени. Ну, в общем, не так уж много. Наверное, что-то еще будете добавлять, да? Да, немножко лука, сливок и специи. Показывайте, что делать нужно. Усиную печень режем кубиками и обжариваем на сковородке с луком. Я же не вижу сковородку, она наверняка должна быть заранее нагрета, иначе фуагра прилипнет, растает. Во всяком случае, мы уже не первый раз учимся готовить этот деликатесный продукт, и обычно повара жарят на сухой сковородке. Да, на сухой. Хорошо разогретой. Да. Интересно. Надо все время шевелить сковородку, да? Не, переворачивать. Переворачивать сами кусочки, да гусиной печени? Печень жарится быстро, маленькие кусочки. И потом она все перебивается на блендере с луком. То есть предварительно нужно было пожарить еще репчатый лук. А теперь момент соединения фуагра поджаренной с луком. Предварительно. Жареным. Все-таки свежий продукт, ароматный продукт. Да, немножко добавляем. Хочется прямо так сразу и съесть. Лучка. А лука примерно сколько? 100 грамм печени и... Да, грамм 30-40 лука. Грамм 30-40 лука. Но без специй даже фуагра с луком... Невкусно. Невкусно. Ну, в всяком случае не такие вкусные. Обязательно соль. Немножко морской соли. Морской. Да, морской соли. Ну, раз уже взяли фуагра, то берем и морскую соль. Смесь пяти перцев. Смесь пяти перцев торговой марки «Санта-Мария». Так, нужна мясорубка, либо блендер либо что-то блендер. Еще. А в принципе, можно и вилочкой помять, правда? Да, уж конечно. Если купил человек фуагра, а блендера нет, то ничего. Вареники все равно получатся. Перебиваем фуагра с репчатым луком, добавляем специи и немножко добавляем сливок, чтобы фарш был немножко пышнее. Мне кажется, он так такой жиденький, нет? Не-не-не. Получается однородная масса. Да, в состав фуагра входят удивительно полезные аминокислоты. Хотя, в общем-то, на 90% фуагра состоит из жира. Из жира, от которого не поправляются, кстати. Французы так утверждают. Самая такая не подверженная ожирению нация. Да, хотя да. Фуагра едят практически каждый день. Так вот, что мы хотели вам сказать, уважаемые зрители. Фарш кажется несколько жидковатым, но если его... Немножко охладить в холодильнике, он более застынет. И можно будет уже лепить вареники. А так как я уже сказала, фуагра состоит из жира, то застывает очень быстро. Не проблема, если рецепт вам кажется несколько сложноватым, потому что подробное описание приготовления с фотографиями вы, как всегда, найдете в еженедельнике «10 дней». Ставим воду на вареники, пока наш фарш остывает в холодильнике. Воду нужно подсолить? Да, немножко воду подсаливаем и добавляем лаврового листа и немножко черного перчика. Вода закипает. Пора, видимо, брать в руки скалку. Да, и будем раскатывать народный тесто. Народный инструмент, да. Делаем на порцию 8 штучек. Вырежем формочкой. А
еще вырежем формочки, потому что так толстенько так тесто раскатано. О, вареники резко уменьшаются в размере. Можем лепить вареники? Покажите зрителям, как остыл фарш. Фарш остыл буквально 10 минут. На паштет похож. Достаточно. Так, что? Чайной ложечкой вот такой. Чайной ложечкой. Плотненький получается. Да. Вот так вот нужно завернуть, такую как фигуру, обычно, да, хозяйки заворачивают вареники с вишнями, да, чтобы сок не вытекал. Получаются вот такие вот варенички. И сколько вы, Александр, в своей жизни вареников много, слепили? Много. Не надоело? Люблю свою работу. Все-таки лепить вареники довольно кропотливый процесс. Вода вон уже наполовину выкипела. И все-таки, уважаемые зрители, мы решили вам показать, как вареники можно сварить обычным способом в воде. И как они подаются в ресторане Роксолана, жареными во фритюре. Если бы мы готовили обычные вареники, они подавались бы с обычной хорошей сметаной. Но мы готовим вареники с фуагра, то есть деликатесные. Поэтому соус несколько другой. Наливаем немножко сливок. Значит, в сотейник наливаем сливки и ставим на огонь, да? Это сливки, теплая поверхность. А скольки процентные 30% сливки? 30%, как обычно. И разогреваем их немножко, да? Вот немножко разогреваем. И добавляем немножко белого вина. Так, добавили. Что еще? Специи, наверное. Специи, да. Ага, ну-ка давайте покажем, что. Тимьян. Добавляем тимьян. Это тимьян. Да, тимьян. Немножко сухого и немножко свежего. А вот так выглядит свежий тимьян, а вот так сухой. Санта-Мария. Придай жизни вкус. Практически. А зачем вот сочетать сухой и свежий, Саша? Ну, у них немножко у свежего более яркий аромат выражен. И более дает, ну, особый вкус. Немножко свежего листиков добавляем в соус. Шеф вынимает вареники из кипятка, а я вот тут вот пока буду шевелить соус. Может, ему хватит кипеть уже, Саша? Да, все. Все убираем, и соль не добавляется в сливки, нет? Только тимьян, белое вино. Да, и все. Соль не нужна. То есть вино придает особую кислинку этому соусу. Ну и оно... И винный аромат. Да, выпарилось практически. Я смотрю, вы опять спирт приготовили, или это... Нет, это соусничок будет для соуса. Все, теперь я спокойна, и мы можем выкладывать вареники. Все-таки мне интересно, какие вкуснее. Ну, у них совсем разные вкусы. А можно считать, что вот один самый маленький, он ну, вам не нужен? Можно, конечно, можно. Сейчас вернется дар речи. А сочная. Такая вкуснятина. Главное, что украшаем. Совершенно просты в приготовлении. Вареники умеет делать вся страна. Удачный гастрономический эксперимент. Вы в одной тарелке соединили две гордости, национальные гордости двух стран. Украина – вареники и Франция –
фуа-гра. Разумеется, вам полагаются подарки от нашего генерального спонсора торговой марки фуа-гра. Фуа-гра – вышуканный свит гусячих деликатесов. Производится все в Украине, в Ивано-Франковской области, на птицефабрике Снятинска-Нова. И еще я хочу, чтобы вы запомнили, и в вашей поварской работе вам всегда помогали специи Санта-Мария, которые производятся на заводах фирмы «Паулик» в Дании, Швеции, Норвегии, Эстонии и других странах. Это было блюдо от шефа. Я еще раз поздравляю вас, уважаемые зрители, с праздником Светлого Христова Воскресения и желаю вам удачи, добра, счастья и благополучия в ваших домах. До свидания. Программу сегодня представлял Александр Маханенко, шеф-повар киевского ресторана «Роксолана». Удачи, приятного аппетита!